Автомат Калашникова, 10 пистолетов и даже тубус от гранатомета. Все это нашли в квартире жителя Рязанской области. По версии следствия, на своем фрезерном станке мужчина переделывал части оружейных механизмов. В квартире рязанского Кулибина обнаружено еще и 11 банок с порохом, больше 250 патронов разного калибра, а также 5 самодельных ружей. Установлено, что злоумышленник оборудовал в квартире мастерскую по переделке сигнального оружия в боевое. Криминальный товар он намеревался продавать через своих знакомых. После сделки по продаже 5 пистолетов и патронов к ним нелегальный оружейник был задержан нашими сотрудниками, а также сотрудниками регионального управления ФСБ России и Росгвардии. В связи с тем, что подозреваемый мог быть вооружен, а дома у него находились 5 несовершеннолетних детей, операцию было решено провести на улице. Задержание проводили совместно силами регионального ФСБ и СОБРа. При обыске у мужчины нашли крупную сумму денег. Предположительно, это частичная плата за оружие и боеприпасы. Вот, да, денежные средства, да, про которые вы говорили? Так точно. Прошу их отдать моей жене. Благородный порыв проявился слишком поздно. 51 тысячу рублей приобщат к делу как улику. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям 222 и 223 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное изготовление и хранение оружия. Расследование продолжается. Валерий Седов, телекомпания «Город».